Новая порция разоблачений от Эдварда Сноудена, судя по всему, вызовет очередной шпионский скандал, теперь уже в Великобритании. В интервью BBC бывший сотрудник американских спецслужб рассказал, что в британском центре правительственной связи способны взламывать смартфоны и следить за их владельцами. Получить необходимые технологии британцам помогли американцы. И, как утверждает Сноуден, Лондон и Вашингтон потратили на это огромные средства. А то сейчас, чтобы получить доступ к любому телефону, специалистам достаточно просто послать на интересующий номер зашифрованное сообщение. Они могут подключиться к вашему телефону и узнать, кому вы звоните, какие сообщения пишете, какие места посещаете и какими точками Wi-Fi пользуетесь. Они даже могут сфотографировать вас, и вы об этом даже не будете догадываться. Как рассказал Эдвард Сноуден, специальные программы для взлома смартфонов названы по именам мультипликационных героев-смурфиков. Например, смурф-следопыт с большой точностью определяет координаты устройства, смурф-носач активизирует микрофон для подслушивания, смурф-соня включает и выключает гаджет, а смурф-параноик позволяет замаскировать своих собратьев, чтобы владелец смартфона ни о чем не догадался.